Ребята, это у них в этом году детская выставка, посвященная к Новому году. История снежинки, рождение снежинки. Это, видимо, фотозона детская. Бурый. Бог ветра. Тут, наверное, какие-то утренники, праздники, что-то такое проводится. Интересно сделано. Вот у кого детки, можно ехать. Смотреть санки, санки. Санки такие были у всех. Коньки фигурные. Ну, не Снегурочка, конечно. Снегурочка белые были. Это был шик. Двухполозные. Это у всех были. Пристегивались к обуви. Вот такая детская выставка.